Так, сейчас переходим к созданию броши. Так, также у нас, как в первом видео я показывала перо, также на возвышенности стразинка. И вот мы видим здесь у нас расстояние, ну, примерно на 4 миллиметра, 4-5. Будем это все прошивать бусинами. Бусины, вот видим, стеклянные, горный хрусталь. Угу. Красные и прозрачные. Ну, на видео они смотрятся красные, на самом деле они как бы такие рубиновый цвет, что ли. Вот видите, получается вот так вот. Вот так сделали, но что-то здесь не хватает, поэтому я уберу. Сейчас я вытащу, что-то мне не очень нравится. Мы добавим между бисеринками, ой, между бусинками мы добавим мы, сейчас скажу, есть вот такой вот бисер мелкий красный, так, есть вот такой красный бисер, есть вот такой, добавим, наверное, вот такой, что-то среднее между красным и матовым. Их добавим между бусинами. Так, бусинка, бисеринка, бусинка. Так, посмотрим, что сейчас получится. Вот так получится. Хорошо. Возвращаемся снова сюда. Бусинка, бисеринка и бусинка. И возвращаемся вот сюда. Так, немножко ушли. Сейчас вернемся. Вернемся. Так, эти у нас лежат правильно. Это у нас здесь, ну, немножко будет отклоняться в любом случае, потому что здесь больше расстояния, чем здесь. Сюда. Так, бусинка, бисеринка, бусинка, прямо сюда. Вот так вот. Они у нас рядышком. Еще. Вот так нужно покрыть всю окружность, пришить все бусинки и бисеринки.